Всем добра. Жека на связи. Мы уже починили Атага на 32%, ребята. Эх, 1/3 игры уже пройдена. Ну что, выдвигаемся на станцию Пионер. Это станция, откуда мы убежали, да? Вспоминаем, кто у нас тут готов воевать. Get Free, сержант, техник Лазарь, странник, пулеметчик. И Ригард у нас устал, да? Кто у нас тут? Только не Рон, да? Все остальные там или тренируются, или же, так сказать, больны. Но не нами. К сожалению, нет у нас снайпа. Надеюсь, прокачаем, да, к следующей миссии. Ну что, давай возьмем 3, наверное, так. И 4 турельки, да? Потому что турелькам всегда попроще как-то живется. Всегда берем броню, всегда берем извлекатель, да, на случай непредвидимый. Здесь реакции ксеноморфов и гранаты, не уверен, что надо. 13 у нас всего, да. Материалы мы копим. Все, погнали. Не зря я говорил, что любая ситуация всегда может стать хуже. Платформы, что сбили Атага, совсем скоро начнут ядерную бомбардировку. Но есть и хорошие новости. Начальница Кейс, директор Прайс, считает, что удар можно отменить. Единственный минус. Для этого придется вернуться на станцию Пионер. Запустите резервный источник питания, а затем заберите дешифровщик у команды. После этого Кейс обеспечит вам доступ в комнату ИИ, поможет вернуть ядерные боеголовки в спящий режим. Судя по тому, что мы уже знаем про этих тварей, в данный момент станция ими просто кишит. Так что будьте очень осторожны. Но мы профессионалы, поэтому, я думаю, разрулим, да? И не таких уделывали. Команда Альфа готова действовать. В ангаре нет электричества. Хотя не только в ангаре. Массовое отключение электроэнергии наблюдается по всей станции. Надо это исправить, если мы хотим остановить протокол Церберы. Очередной славный день. Хватит жаловаться, надо решать боевую задачу. Есть отрыв. Контролируй периметр. Держись ближе к станции. Возможно, нам потребуется экстренная эвакуация. Так точно. Пусть ребята захватят для меня сувенирчик. Основные системы станции до сих пор функционируют. Так что дверь должна открыться. Открываем дверь. Видим сразу трупак, да? Сразу же ставим датчик движения. Давай даже 2 я поставлю. Стоят. И смотрим, что у нас. Тут не видно, да, ничего? Долго очень открывает. Получили. Так, датапад, да? Давай изучаем датапады все. Проверяем, смотрим. Еще вижу один датапад. Давай первый читаем. Что тут у нас? Путевой лист. Смена досмотра. Прибытие Пегас, грузовой шаттл, ставка провизии. Прибытие Альфа-1, транспортный шаттл. Отбытие Странник. Прибытие Валапай, грузовой шаттл, да? Тримонидная руда. Отбытие Пегас. Прибытие Бентовиль. Грузовой шаттл Вейланд-Ютани. Это как раз вот этот шаттл, да, который доставил не тримонитную руду, как мы уже знаем. Добро пожаловать на станцию Пионер. Врата лет и новый рубеж Соединенных Америк. Во время визита просят соблюдать установленные станции правила. Создадим лучшие миры и лучшее будущее. И еще, да, сразу же листовка Вейланд-Ютани. Добро пожаловать на станцию Пионер, рубеж Соединенных Америк и вершину человеческого гения. Перед явкой к командиру пройдите в таможенное управление для регистрации органических или иных запрещенных веществ. Также просим вас проверить свое разрешение на проживание, дабы избежать задержки при расквартировании и распределении суточных. Будущее уже наступило, и имя ему Вейланд Ютани. Да, видим мы будущее, разгребаем ваше будущее. Двери со всех сторон закрыты, да, вроде чужие их тоже открыть не могут. Есть, конечно, и хорошие новости. Они заключаются в
том, что здесь фанатиков, да, хотя бы не будет. Вот, видим уже, откуда могут полезть. 4 из 5, да, ставим еще один. Дальше. Нам надо налево, давай вот аккуратно, вот вижу вопрос. Почему ты не поставил, я не понял. Аккуратно пройдем. Улей не активен, да? То есть, в принципе, можем пока более-менее, я думаю, ходить. Аккуратно все обсматриваем. Заставляем все датчиками движения, чтобы когда нам надо будет спасаться, да, можно было чужих отманивать. Еще один датапад. О, смотри, сколько здесь товарищи, да, лежит. On, патроны. Патроны неплохо. И еще один датапад. Да что тут такое? Давай смотрим. Защитники рубежа, да? Колониальная морская пехота. Первая линия защиты человечества от неизведанного. А, это просто листовки раскиданы, да? Давай, узнаем, что здесь нам расскажут. Листовка Вейланд Ютани. Уникальная возможность. Такое бывает раз в жизни. Благодаря расширению шахтного комплекса в Торндайке образовалось 129 мест для самозанятых подрядчиков. Часть вакансий с перспективного роста до штатного сотрудника со всеми сопутствующими бонусами в виде повышенной зарплаты и наличия страховки. Есть диплом альфа-образца по одной из следующих дисциплин. Инженеры, техники, ликвидация. Ждем вас в ближайшем кадровом центре. Очень интересно. Так что 4 из 5, да, опять ставим. Надо нон-стоп научиться ставить. Не удается выполнить запрос. Восстановите электричество. Эйс, ты вроде хорошо знаешь эту станцию. Что делать? Тут есть аварийный генератор. Координаты сейчас отправлю. К нему можно попасть на подъемнике, запитанном от другой электроцепи. Если генератор работает, команда сможет восстановить электричество. Открыла вам дверь к генератору. Придется пройти через складской отсек. Так что будьте осторожны. Через склады, да, надо будет идти. Ну, идем. Раз надо, да, аккуратненько тут. Идем. Нам надо прямо, да? Ну давай глянем вот тут, вот что у нас есть. Хотя, скорее всего, нас сюда приведет, да? Сюжетная линия, скажем так. Так что пойдем просто по сюжету. Don't get too comfy, okay? Мне очень нужны деньги. Деньги нужны. Cut that давай, door open. Открываем. Поэтому материалы надо собирать. Укрытие, да? Дрон required. Movement. We got movement. Так, движение, это плохо. I see it. No, wait, it's gone. Так, смотри, датчик ставим. Deploying motion tracker. Уже чужие, да? Обычно одиночные цели это чужие. Motion tracker deployed. Вижу ворота, аккуратно их обойдем. Давай посмотрим, что. Ага, здесь тупик, да, я так понимаю? Да, тупик. Здесь еще можно посмотреть. Давай быстро пробежимся, пока нету никаких движений, да? Тоже надо помнить, что мы можем на засаду нарваться, поэтому надо бегать как можно меньше стараться. Давай еще сюда. Датчик пахнет. Так, и здесь, да, тупик, походу? Да, тупик. Тогда заходим. Аккуратненько. Move on. Патроны вижу. Материала много всего. Это склад, да, так, я так понимаю? Смотрим по карте. Вижу ящик, да? Ну, вроде никого нет. Давай датчик здесь поставим сразу же.
setting up motion tracker. Вот датапад. Motion tracker activated. Собираем все, что плохо лежит. Так, опять, да? Дверь где? Вот дверь. Давай на всякий случай одну турельку поставим. Deploying sentry gun. Так сказать, sentry, точно ready. Она не помешает, hey, да? I found something. Looks like a data pad. Sentry activated. Roger. Come on, team. Забрали здесь. Let's здесь еще материалы где-то. И вот тут куча всего, да? Ну, сейчас обберем. Двери не подходим пока что. Что это у нас? Патроны, да? Раз, два, еще здесь где-то. Патроны. Вот тут где-то есть. Right now. Все, вроде залутали. Пропало. Get ready, Marines. Скорее всего... Let's нет, опять появился. Давай одну поставим на всякий случай еще вот так, да? Deploying sentry gun. Это тогда, в принципе, можно снять. Move on. Ставим вышку, заходим. Снайпы жалко нету. Да, чтобы тихо убрать. Sentry activated. Safe position taken. Все? Все в сборе? Три. Не хватает слота, нет? А вот тебя. Ну давай заходим. 5 из 5, да, дробаши на готове. Сейчас вылезет. Oh, господи, это ж it's просто крыса. Сейчас как бросишь, убей ее, убей. Эй, успокойся, турелька. Выдыхай, сейчас, блин, поднимешь. Кипишь. Нам вниз, да, надо спускаться. Перезапустить главный реактор. 0 из 14. 14 этажей? Что? Подожди, отмена. Давай здесь оставим последний датчик на всякий. Хотя лучше уже внизу, да, наверное, оставим датчик. Главное управление. Погнали. Вы на правильном пути, воспользуйтесь мостиком. Ну спасибо, что объяснила, да? Я бы здесь сразу оставил бы две штучки. Чтоб чужих, да, привлекать. Тут тупик, можем справа пойти, куда нам надо. Нам надо сюда, да? По центру мне идти не хочется как-то, да? Как-то палевно. Ага, я понял. Хочешь, не хочешь, то пойдешь. С хороших новостей, тут у нас укрытие есть, да? То есть, если что, мы можем от чужих прятаться. Но все равно. О, блин. Что тут опять происходит? Станция просто на части разваливается. Мы еще до этого с трудом справлялись с текущим ремонтом. Станция Пионер, в принципе, не была рассчитана на такой срок службы. Но дешевле латать дыры, чем раскошелиться на постройку новой станции. Узнаю подход наших господ. Да, блин, так всегда. Бабосики рубят. А вы что хотите, то и делайте, да? Да нам не надо. Но я бы здесь оставил один этот. Один датчик вот так поставил. По-любому отсюда могут кто-то потом побежать, да? Датчик здесь явно не помешает. Оставил бы два, но, к сожалению, три из пяти, да? То есть меньше трех у нас навсегда должно быть три очка команды. На случай войны, так сказать. Что у нас здесь? Ничего не видно. Пока что слишком тихо. И мне это... Как сказать? Мне это не нравится, но я этому рад, да? То есть... Понимаешь, о чем я. Don't get too comfy, okay?
Давай я сюда пройду, конечно, гляну, что здесь. Вроде спокойно все. Тут просто тупик. Окей, давай тут тоже тогда один поставим. Deploying motion tracker. Пока что ули не активен. Да, сложность не повышается. Можно просто так расставить датчики. Раз, два. В принципе, тогда и с этой стороны я бы один поставил. Вот тут вот. Deploying motion tracker. Setting up motion tracker. То есть мы всю станцию, грубо говоря. Да? А, не, вон тут, походу, двери, да, какие-то. Здесь точка. Но мы неплохой так кусок станции уже. Так, а вот и генератор выглядит целым. Запустить его не составит труда. Это специальная модель для рубежа, рассчитанная на крайне суровые условия. Звучит как вызов. Ну давайте глянем, так ли он хорош в деле. Давайте глянем. Смотри, что здесь лежит. Только у меня одна фишка. И она заключается в том, что глядеть я буду только... Когда у меня турельки будут стоять, да? Давай две направо поставим. И две налево. И так уже можно и поглядеть. В идеале, конечно, дождаться было бы очков команды. Электропитание восстановлено. Запускаю проверку. Ну и что? Давай сядь. Да, звук явно, конечно, не радует. Кажись, все хорошо. Станция светится, как новогодняя елка. Молодцы, морпехи. Вот и пришли по нашей душе. Гаденыш ползет. Что, я какой-то новый еще или кто ты вообще? Ты чьих будешь? Отвратительная рожа. Начинается, да? Но он вроде один. У нас есть тактические ракеты. Это из прошлой миссии. Тут нихрена. Посмотри, что он творит, а? Отойдите. Oh, yeah. Да? То есть так, значит. Давай, подавляем тогда их. А вы стреляете вообще, интересно? Блин, скажи разом, они все больше и больше. Директор Прайс сказал, что ее штурмовики имели при себе дешифровщик. Лишь его с помощью мы попадем в комнату ИИ. Ты точно сможешь отключить протокол Цербер? Будет непросто, но на серверах ИИ должны лежать коды отмены. Вы слышали, ребята? Основная цель — найти командос и забрать дешифровщик. Если найдем их, найдем дешифровщик. Так, что у нас тут? Заградительный... отряд, да? Ну так это было на улице. Мне кажется, в помещении вряд ли он будет работать. На этом этаже есть комната охраны. Отмечу для вас ее расположение. Да, у меня нету заградительного отряда. Ну что, собираемся, да, и валим отсюда. Что у нас 5-5, да? Турельки берем, преследование. То есть, когда идет преследование, надо сваливать с точки, где мы были. Но вот это, конечно, взять стоит. Ага. Свалили, проверяй. Ну, а куда нам надо? Нам надо, получается, сюда, да? Вот стрелка. То есть их по-любому убивать надо будет. Они отсюда, скорее всего, попрут, да? А ты собираешь. Давай, если увидим. Да, они идут. Сразу подавление я бы поставил. Должны расстрелять, в принципе.
отходим, да, специально. Первый, я думаю, минус. Отлично, кританули. Надо криты, кстати, все-таки прокачивать, да? 13% довольно-таки много. Мне кажется, зря я криты не прокачивал. Ничего страшного, учимся, учимся. Все, давай, валим. Good job, guys. Пока еще не набежало. Ключ, да, запомнили, что здесь есть? Так. Тут закрыто, да? Вообще заварено что-то непонятное. Продвигаемся к цели. Но тоже главное не переусердствовать. Угу, вижу. Это откуда они будут вылазить, да? Hurry up, squad! Надо датчик ставить. Deploying motion tracker. Ага, и здесь setting завалено, да? Motion tracker activated. Пока что тихо, да? Пока тихо, надо более активно продвигаться, я считаю. Ага, я не туда пошел, походу. А, ну вот здесь можно пройти. Come on, team! Что у нас? Вроде пока что в порядке, да, по стрессу. Что у нас тут? Турелька, походу, да, лежит. Right now. Let's see what's inside. Так, а ты? Походу. Да, вот нам сюда надо. Куда он идет? Если вниз, мы наверх пойдем, правильно? Double time! Отлично. И сюда направо нам. Roger. Вот это только заберем. И датчик, естественно, поставим. Deploying motion tracker. Setting up motion tracker. Вот. Нам сюда надо, да? Motion tracker activated. Он возвращается. Here's one. Move on. Гаденыш, ты чё? Чё он сюда пришел? Так. И ушел туда, куда нам надо идти, да? Давай уже определяйся. Too quiet. Смотри, он походу за нами, да, сейчас будет ходить постоянно. They're headed our way. О, там второй, третий. Double time. Надо пробегать. Откуда вас столько? Успеет? Почему их так много стало? Вот дверь, да? Мне кажется, вот здесь где-то стоит. Here's one. Move on. Но это беда. They're headed our way. Что тут? Он долбится в дверь. Отсюда бы никто бы не вылез, да? Почему их так много вдруг стало? Давай, сваливай. Отлично. Можем пробегать, да? I have multiple signals. Только я вот хочу глянуть, что здесь. Здесь непонятно, что. Давай заходим аккуратненько. That's it. That's the security room. All right, Marines, на месте. Так, Матехи, посмотрим, что там на камерах. Давай посмотрим. Hurry up, you slugs. On my way. Дверь закрыта, отлично. Можно ли тут что-то взять?
Кажется, не видно. 5 из 5, да, нам надо датчик движения поставить. Так, что он... Ой-ой-ой, случайно промазал, это обидно. Это арсенал. Харпер, если твоим людям понадобится оружие, здесь его много. Арсенал, а мы в нем были? Не были еще пока что. Слушай, только не говори, что ты сейчас забежишь ко мне. Келлер? Нет. Коллега? Может потом посмотреть, если, конечно, ты к этому готова. Коллегу его, да? Узнаю униформу, да. Это один из команды. Возможно, дешифровщик как раз у него. Осмотрите тело. А здесь что? Таможенное управление. Трупов нет, зато есть кое-какие материалы. Керриган точно будет довольна. Очень их много, да, становится. Сюда, да, нам? А мы, кстати, как раз там только что и были, да? Давай. Сейчас надо действовать быстро, пока я случайно прожал. Давай, я даже еще, наверное, еще одну поставлю. А я в комнате и поставлю. Пробегаем. Тут аккуратно заходим. Да, мы помним, что могут быть и яйца. Так, куда? Сюда, да, нам надо? Для этого надо открыть эту комнату. Давай пока что сюда зайдем. Что у нас тут? Давай. Осматриваем Келлера. Кейс, мы нашли твоего коллегу. Не знаю, обрадует ли это тебя, но кажется, твари до него не добрались. Что? Но как же он умер? Судя по всему, его задушили. При нем мы нашли датапад. Давай изучим. Ага, вот датапад. Давай, получаем данные. 5 из 5 опять, да? Давай, не успел. Ладно. От младшего лейтенанта Арна Келлер, заместителю диспетчера Ниша Анан. Привет, Ниша. Угадай, кого я сегодня встретил? Да-да, твоего ухажера. Вел себя очень странно. Знаю, это не мое дело, но в последнее время он что-то зачастил на уровень управления. Конечно, ребятам надо держать себя в форме, но вряд ли он ходил туда-сюда для тренировки. Типа, зачем ему заглядывать в комнату охраны после работы? Думаю, ты должна знать. Так, то есть, получается, ухажер Ниши, да, какой-то? А, и вот у нас еще две записи, мы не прочитали. Начальник палубной команды Янис Адлер. Заместителю Майко Хейс. Это нам, да, нашей бабенции. Из-за повышения нормы выработки на новом шахтном комплексе мои ребята просто физически не справляются с работой. Только разгрузим один шаттл, как тут же прибывает следующий. Из-за усталости участились ошибки среди операторов силовых погрузчиков. И если в ближайшее время ничто не изменится, мы будем вынуждены сократить часы на досмотр. Иначе просто не получается. Переговори с Макдональдом и объясни ему ситуацию. Мне он не особо доверяет после того случая с профсоюзом в прошлом году. Но если ничего не предпринять, то рано или поздно случится непоправимое. Тогда Макдональда лишат привилегий. И тебя тоже. Да, то есть вот нам написали такое. Ну, интересно. Главный инженер Сандра написала менеджеру Коулу. Осмотрела складской подъемник, как ты и просил. В общем, запитать его от главной электроцепи не получится. Это рухлядь старше других частей станции. И если ее подключить к основной цепи заметно просядет напряжение ядра. Пусть лучше пока поработает на отдельном генераторе. Если Макдональд все же сподобится выделить больше средств на техническое обслуживание, может, рассмотрим варианты получше. И раз уж пошла такая пьянка, я бы хотел слетать домой на землю за счет компании. То есть это вот как раз таки этот генератор, да? Похоже, Келлер старался... Так, это на него не похоже. Парень дышался особняком и любил тягать железо. Понятия не имею, как его смогли задушить. И главное, зачем? Может, это тот синтет-убийца? Как его, Дэниел? Возможно. А можно проверить, как отреагировала Анант? Хорошо, давайте ее отыщем. Давайте. Но давайте вначале
два датчика, да? А то что-то их очень много. Давай сюда перебежим. Хотя тут вроде... А, нет, вон, моргает, да? Датапад. Изучаем. Куда нам надо? Сюда. Вот здесь еще две комнаты я посмотрел. Личный дневник. Майкл Хейс. Это мы, да, получается? Всю вторую половину дня изучала годовой отчет директора Прайс по лете. Прогнозы воодушевляют. Терраформирование атмосферы опережает график. Значительно выросла добыча тримонита. Выдающаяся женщина. Вот ради таких идеалов я и пошла в Вейланд-Ютани. А не ради полупиратской развалюхи Макдональда. Нужного, чтобы то ни стало, перевестись на лету. И быть в курсе обстановки не повредит. Вдруг подвернется возможность поработать в Ферроспайр. Или еще лучше, в офисе Прайс. Вот этим я сегодня вечером и займусь. Буду изучать все доступные схемы и данные, связанные с Луной. Все равно мне тут не с кем общаться. Половина команды шепчется у меня за спиной. Буду готовиться к отправке на лету. Там уж точно будет лучше. Получается, Прайс — это как раз вот та женщина, с которой с нами связалась и сказала, что может жахнуть, да, ядерный удар. Видим справа здесь, вот тут кто-то ходит. Аккуратно надо всегда заходить. Видим инструменты у нас как раз. Не хватает очень много. Вижу датапад. Нет, это не датапад, да? Заходим сюда. Что у нас? 42 стресса, да? Успели проскочить, отлично. Здесь чужой, да? Куда нам надо? Нам надо вот сюда, да? Как раз где чужой. Ставим сразу же еще датчик. И ждем, пока он свалит куда-нибудь. В принципе, можно пока вот здесь посмотреть, что находится, да? А здесь конец корабля. А, и мы можем зайти, да, вот отсюда красиво. Я надеюсь, это не шахта, да, откуда могут вылезти. Давай, right, осматриваем Командоса. Он опять возвращается. Но здесь дверь закрыта, да? Дешифровщика здесь нет, но они, кажется, пошли по этому коридору. Шевелитесь, морпехи. А куда шевелиться? Наверх? Подожди, а я успею? Мне кажется, я не успею. Вот же гаденыш. И он пошел наверх. Ты посмотри, что творится. Давай, пока здесь вот я поставил на всякий случай датчик. Ждем, пока он свалит. Так, и у нас два квеста, да, второстепенный. Вот здесь. Нет, это главный. Таможенная конфискация, это второстепенный. Так, вроде он валит, проскакиваем. Главное, чтобы нас не... Ты посмотри. Что это за палево такое сейчас было, да? Вовремя мы успели. Так, опасно. А, не, нормально. Это просто комната, да? Проскакиваем. Можно быстрее прям. More signals incoming. А вот это мне не нравится, да? Poor bastards. Слушай, это не здесь вообще? That's the leader. He should have the code breaker. Он где-то в стене, походу. Так, нашли лидера. А, скорее... Скорее всего, это засада, да? Аккуратно, сейчас я подойду и... Вот, да-да. Okay? Опасно сейчас было. Да, я так и думал, это засада. То есть надо ждать, пока он пропадет. Что мы здесь? Поставим датчик тогда. И пойдем куда-то в другое место сходим. А куда? Сюда можно сходить? Все, исчез, отлично. Кого тут нам надо облутать? Командира, да? Берем патроны.
ключей у нас хватает. Устройство у нас. Что дальше? Следуем инструкциям Хейс. Нужно добраться до комнаты ИИ и открыть ее. И смотрите по сторонам. На этой станции наверняка полно всего полезного. Да, действительно. Ну что, идем в таможенную конфискацию, да, вначале? Или давай зайдем, датапад прочитаем. Пропали, кстати, сигналы. Это хороший знак. Довольно-таки далеко они. Опять нарисовался. Давай узнаем, что там. Личный дневник Майка Хейс опять, да? Опять наш дневник. Всю вторую половину дня изучала годовой отчет по лете. Так, вы меня не обманете. Это не то. Уильям Норрингтон. Журнал медотсека. Военный врач Уильям Норрингтон. После нескольких неудачных попыток ослабить хватку ксеноорганизма и отделить его от пациента, существо погибло. По крайней мере, так нам показалось сначала. Однако существо успело отложить что-то в грудной клетке пациента. К сожалению, устаревшее оборудование на станции «Пионер» не позволяет продолжить исследование. Состояние пациента стабилизировалось, и все же стоит готовиться к худшему. Если Феррес Пайер не выйдет на связь в ближайшее время, нам не выжить. Прошу, продолжайте исследование. Эти существа предоставляют огромную угрозу. А интересно как, там же всех порешили, да? Мы единственные, кто свалили. Так, тут аккуратно надо зайти. Вот компьютер, да? Слушай, ну, я бы поставил на всякий случай вот так турель. Потому что может он выскочить, да? Что у нас здесь, гляну? Здесь Roger. Закрытое помещение. On, хорошая новость. То есть мы можем здесь поставить два датчика движения. Ну и давай, изучаем таможенный терминал. А, вижу датапад, да? Так, сообщение на терминале. Техник первого класса. Киран Каур. Начальнику службы безопасности Дюрант. Как жизнь, начальник? Надеюсь, все хорошо. Сегодня утром на таможенном контроле изъяли контейнер с материалами из независимых колоний основной системы. Ребятам отправление показалось странным. Попросили меня проверить. Думаю, проблем не возникнет. Но на всякий случай временно отправил контейнер в машинный зал. Ты знаешь, я не приверженец процедуры и инструкций, но по протоколу мы должны вместе осмотреть материалы и при необходимости сбросить их в космос. Жду встречи. Похоже, материалы перенесли для осмотра в машинный зал. Стоит туда наведаться, если, конечно, вас не затруднит. И что это? Это еще один датапад, да, открылся, походу? Нет, это... Нашли... А, нет, это да, другой. Ты не поверишь, ребята из палубной команды Адлера нашли тайник с турелями в отсеке недавно прибывшего грузового шаттла. Самый настоящий антиквариат, но вроде как в рабочем состоянии. Я задержал команду шаттла для допроса и обратилась в Феррес Спайер с просьбой навести справки. Я не допущу мятежа ни на моей станции. В такие моменты я скучаю по напастям вроде нашествия мелких грузунов. Так, вот и машинный зал, да, это предыдущий. То есть где-то еще турельки есть, но у нас их 4. Что у нас? Проникните в комнату ИИ, бывший коллега. Таможенная конфискация. Но пока что мы только видим... А что за контейнер? Ну здесь ходят. Но это мы по пути назад, да, наверное, сюда заглянем. Сейчас мы идем тогда в комнату ИИ. Safe position taken. I think we're spotted. Ой, залетает, да? Успели. Тут у нас тупик, да? Стоит, товарищ. 10 хватит нам обоим. Ну, пока что он там караулит нас, да? Никуда идти не можем. Можем вот здесь поставить датчик движения, чтобы эту зону, да, захватить. Неплохо, да, мы так?
подсвечиваем весь корабль. Ну что, ждем, когда он свалит. У нас, кстати, уже новые турельки могут быть. Ой, не турельки, а автоматы, да. Но, к сожалению, они стоят, я посмотрел, 200 материалов. То есть такое ощущение, как будто бы свалил отлично. Надо копить уже на автоматы. Я хотел пулемет, но пулемет-то будет только один, да. А автоматов можно 4. И что, вы мне не дадите, что ли, зайти? Он стоит на месте. В мою сторону не двигается. Смотри, здесь еще. Обычно, если стоит, это, скорее всего, засада чаще всего. Еще один. Тот уже двигается. Что мы можем сделать? Можем прожать. Тут и тут. Смотри, они не двигаются. Это засада, да? Можно открыть дверь и быстро закрыть. On, ага, то есть это... Аккуратно сейчас смотрим здесь. Да, это засада, то есть он там заныкан. Аккуратно идти. Но мы должны понимать, что если мы сагрим, да, то он выскочит. И вот этот товарищ непонятен, куда он идет. Ты вроде ушел, да? More signals incoming. Да хватит. Посмотри, какая огромная комната. Вон дверь открыта. Но аккуратно стоим. Здесь она закрывала же, да? Или нет? Нет, она не закрывается. Надо быть очень осторожными. Кейс, мы добрались до комнаты ИИ. Здорово. Это место хорошо охраняется. Дешифровщик позволит вам попасть внутрь, но система безопасности наверняка посчитает его угрозой. И что с того? Чуть ли не по всей станции сработает сигнализация, а значит, у вас будут гости. Ясно. В таком случае надо подготовить зоны для эффективного истребления тварей. Нужно выбрать несколько узких мест, где мы сможем перекрыть наступление тварей. Может, здесь или здесь? На наше счастье, мы захватили достаточно турелей. Ими и воспользуемся. И что от меня хотят? Что это значит? Сюда турель, что ли, поставить? Так, что у нас по стрессу? 42. Что, мне кажется, я бы до нуля скинул, потому что намечается заварушка. Давай вот сюда, да? Мы здесь можем скинуть до нуля. И как раз мы израсходуем 5 очков команды. Давай сюда. На датчики движения. Передохнем, восстановим очки команды и пойдем дальше. А здесь будем чужих просто держать. Setting up motion tracker. Motion tracker deployed. Дрону пока можно приказать заварить дверь. Посмотреть, да, вот у нас здесь гаечный ключ есть, мы сразу его возьмем. Ну и все, отдыхаем. Так, о, нам еще и дадут немножко амуниции. Тот, правда, один урон получит. Но у нас, по идее, медик, да, есть. Соответственно, медик должен нивелировать этот урон. Мы вернулись. Cut that door open. Отдохнувшие, да? Целенькие. Что у нас тут по чужим? Один товарищ только вижу. Выходим. Что у нас? 11, 5, 4, 5, да? Довольно-таки бодро. Так, пока что они внизу. Нам надо сюда, да? Надо проскочить, успели я. Опасно было, да? С учетом того, что здесь еще кто-то есть. А можно где-то спрятаться? Так, ну давай вот встанем здесь, посмотрим, да, куда он пойдет.
и решим тогда, что делать дальше. Он стоит на месте, это, скорее всего, спящий, да? Спящая ячейка. А вот это вот ни хрена не спящий. Сперва они начали стрелять. Можно узнать? С какого перепугу они начали стрелять? Он нас даже не спалил. Давай устанавливаем турельку сразу, да? Че? Ну убейте его, алё. Ну и этот проснулся, товарищ, да? Ну вроде пока что один он. Блин, криты все-таки надо было прокачивать. Большая ошибка, что я не прокачал. Так, сюда надо, куда ее ставить? Так. Deploying sentry gun. Sentry almost ready. Sentry activated. Move, move. Так, ага. Safe position taken. Давай здесь поставим. Deploying sentry gun. Sentry almost ready. Надо где-то спрятаться, вот тут, наверное, да? Оборона налажена, ребята. Надеюсь, все готовы. Запускайте дешифровщик. Где он? Вылечите. Так, опасность приближается. Понести стресс. Накопите припасы. Это все у меня сделано. Но у меня одна пушка, да, не поставлена. И вопрос. Ну, с учетом, как нам сказали, вышки, да, поставить. Как будто бы. Как будто бы. Как бы вот, чтобы эта вышка прикрывала все три, поставить ее. Ну давай хотя бы так, да, а справа, справа мы будем прикрывать, допустим, сами. Выглядит как спящий, товарищ. Ну не знаю, давай преследование уберем. И тогда начнем. Хотя, мне кажется, это глупое решение. Они сейчас все равно пойдут в атаку, да? Да, прервано. Давай, понеслась. Мы отдохнули. Погнали. Вот здесь вот я займу позицию. Вроде неплохая, да? Тревога, тревога. Попытка несанкционирована доступа к новой комнате ИИ. Отправляю охрану. Тревога, тревога. Слушай, вот здесь можно так, да? Расставить замедление. Второе сюда. Пытаться к вышке как-то не подпускать. По идее, можно и сюда один, но надо, чтобы хотя бы... Потому что эти только товарищи будут налево и вперед стрелять. Здесь я вот как-нибудь... Помогу. Да, я вот буду вот так выделять просто. Так, и, видимо, даже надо гранату кинуть. Ты гаденыш какой. Здесь у нас все хорошо. Тут у нас все хорошо пока что. Отключаю, чтобы... Это уже плохо. Отлично. Мы опять лезут. Внимание, Гетфри кричат. Они обходят зону. Ах ты гаденыш. На тебе с дробаша. И смотри, как он красиво, да, сделал. Так, пока что нормально. Два слева, два справа идут. Что у меня? У меня здесь проблема с очками команды. Пока что помогу этого убить, да? Теперь сразу направо сейчас переключусь, как они будут. По идее, да, турельку тут одного должна забрать. Отлично, здесь все хорошо. А здесь все плохо, да? О, кританули. Блин, криты все прокачивают. Всем криты. Криты имба прям просто уничтожают. Ну,
что по патронам вообще? 111, 200, 140, 180. Молодцы, морпехи. Похоже, у нас есть пара минут, так что не теряйте времени даром. Перевяжите раны и перезарядите оружие. А что у нас по оружию? 195. Давай, перезаряди. 52, в принципе, нормально. Тут у турелек все хорошо. Так, справа вижу. Отмечаю. Их больше становится. Но мы будем справа, да, убирать? Слева у нас две турельки работают. Ну, конечно, мне не нравится ситуация. Я не могу тратить сейчас последние гранаты. Слушай, я могу вот так сделать. Турель сломали, да? Не могу тратить, к сожалению, дроба, ждать кислота, я понимаю. А здесь надо вот так жахнуть. Давай еще одну. Мы должны справиться. У нас тут турелька закрывает. Эту тоже вынести, да? Я надеюсь, это последняя волна. Слушай, кого-то надо отправить. Почему? Справимся? Нет, дробаш нам. Так, выполнено, отлично. Починить почему не могу? Могу, да? Что у нас происходит? Затишье? Воспользуйтесь дешифровщиком, откройте переборку, да? А что, я не открыл ее, что ли? Но снизу вроде никого не было, так что открываем. Датапад давай возьмем. Материалы давай отбираем. Отлично, фаза защиты окончена, то есть как будто бы успокоиться, да, сейчас чужие. Прекрасно, ребята, теперь запустите код отмены, да? Стресс 90 у нас зашкаливает. Тут надо перезарядить турельку. И у нас уже патроны, на секундочку. Ага, тут тоже такая ситуация неприятная, да? Слушай, давай, наверное, я знаю, что сделаю. Все, стресс зашкаливает. А, тут можно отменить, в принципе. Я бы зашел, взял патроны, да? Во-первых, турельки, конечно, ужасно стоят. Вы серьезно? Турельки точно ужасно стоят. Сейчас я их расставлю получше. Но сзади как будто бы, да, здесь тупик. Не должно ничего быть. Поэтому ставим так. Так. Эту снимаем, да? Отлично. Ставим здесь. Нет, чуть-чуть впереди, потому что команда должна быть прикрываться. Ну и молимся, чтобы не напали. Но если что, с дробаша убьем, да? Ага, и тут еще можем обобрать. Куда вы идете? Когда волна 7 секунд? Давай быстро глянем, что тут у нас. Да, здесь ничего нет. Отлично. Думаю, терминал подойдет. Подключите меня. Да, сейчас подключу. Мне больше нечем заняться. Ну и давай вот поставим, получается, как? Так, как поставим? Поставим вот здесь таким образом. Стоим, улыбаемся. Здесь я залью огнеметом, все, пускай они через одно место, да, идут.
Не через жопу, сразу говорю. Приближается. А где она? Я же ее видеть должен. Ага, вон она довольно-таки далеко. Как она пойдет? Скорее всего, вот так, да? Здесь есть. Мы сейчас посмотрим. Самый короткий путь. Сюда, да, идет. Я думал залить огнеметом, не буду заливать. Потому что они все смело, да, пойдут. Это реально кто-то, нет? Нет, это дрон просто. Слушай. А вы что тут еще здесь? Пока что нормально держит. Ты вообще на ура залетает. Давай сюда стреляем. Блин, оказалось, да, смотри. Нормально, это самая волна окончена. Турельки я не убираю, потому что я сейчас здесь не удивлюсь, если получу коды доступа, да, и опять что-то полезет. Дайте мне пару минут. Эти серверы уже старые. А вот и коды отмены. Скачиваю. Давай сюда нажму. Осталось только загрузить в комнату управления. Попасть туда можно с помощью подъемника. О, наше первое свидание. Что там за подъемник, я не знаю. Но мне нужны ключи в первую очередь, да? Где их взять? Вот тут заходим, тут берем. Ага, завариваемся. И тут мы вроде, да, чувак какой-то лежал. Нет, мы всех залутали. Давай пробегаем. Нахрен, сваливаем отсюда. Успеем проскочить. Все, замечательно. Возьму здесь патроны. Что у нас по аптечкам? 5 из 5. Так, отлично. Просто можно аптечками, как будто бы, да, стресс заглушить. Но, блин, дороговато. Здесь вопрос, но там, скорее всего, тоже, да, будет. Это доктора, это все аптечки. Давай я вот здесь вот воспользую на пролив. Come on, team. И вот тут вот. Тогда я здесь забираю аптечку. Это самые подверженные у меня бойцы восстановятся полностью. Хотя и здесь надо уже. Давай, жахай. On my way. И завариваемся. Drone welding. Drone reacquired. Фух. Ну что, перерыв начальника. Оставим только опять же датчики. Deploying motion tracker. Setting up motion tracker. Уже тут по два уровня мы получили. Motion tracker activated. Все, отдых. Почему я не могу отдых нажать? Вы издеваетесь, что ли, надо мной? Shit, it's coming to us. Come on, team. Алло. Да, здесь вот команда может создать укрытие. Я создал укрытие. Ну, я понял. То есть так, да, значит? Ребята нас наедрили. Ну ладно, что тогда, жрем на пролив. Берем аптечку. Куда нам надо идти? Цербер. Подъемник, да? Это то есть нам на выход опять.
Бывший коллега непонятно где. Таможенный здесь. Да, это уровень управления. А мы сейчас где находимся? Мы сейчас главное управление. То есть нам сюда. Просто всрали. Все, что только можно. Смотри, появилось. Можете создать. Спасибо. Да, игра, конечно, радует своими багами. Премного я ей благодарен. Давай сюда зайдем. А, здесь закрыто, да? Ладно, куда нам идти? Прямо налево, да? Сюда бы зайти. Там, кстати, турелька лежит. А ее я взять смогу. Просто надо найти гаечный ключ какой-нибудь все-таки. Stay frosty, Marines. Да, нам налево, да? Нет, скорее всего, прямо. Shit, it's coming to us. Патроны, да? Let's see what's inside. А вот и лифт, кстати. Прямо вниз. They're headed our way. Move. That's Anand. Это Ананд. Такая утрата. Где? А где? Тоже задушены. И уже давно, как и Келлер. Возможно, их сперва оглушили. А где? Давно? Насколько именно? Уж не убили их ли их? Но зачем? Дарвинист здесь невозможно. Мы тут такого навидались, Хейс, что пора бы понять. Возможно, все. Проверьте до подтопад. А где? Я не понимаю. Алло. Что за происходит здесь? Прочтите датапад, ну. Мистика какая-то. Ничего не подсвечивается. More signals incoming. Арсенал закрыт, как сюда попасть непонятно. 18 этаж, да? То есть, типа, мне все-таки надо подниматься, наверное. Ну, давай поднимаемся. Move, move! Уровень управления. Уже средний. Скоро уже пойдет этот мужик здоровый. Move on! Прочтите записи, да. А, интересно. Roger. Hey, я понял, они просто... У них сканеры есть, и они через... На 18 этажей просканировали, что сверху лежит Ананд. Все элементарно. Так, привет, сестренка. Ошибочка вышла. Я тут за ним проследила. Точнее, прямо сейчас слежу. Думала, застану его с девкой или еще что. Но такого я не ожидала. Купер с парнями что-то замышляет. Похоже, намечается бунт. Они хотят пробраться в пункт управ. И ее хлопнули, да? Отчет по протоколу Цербер. Вот что нас больше интересует, чем бунт. Бунт уже не спасет, Пионер, да? Боевой отчет, станция Пионер. Луна Лето, сектор 461. Так. Грузовой корабль Болдвин. Бентовиль, военный корпус, уничтожен. А, это что уничтожено? И Атага, предположительно, уничтожен. Купер? Купер? Нет, не может быть. Но Ананд, полагаю, имела в виду пункт управления? К нам идет товарищ или не идет? Давай проверим, да? На этом этаже. Слушай, ну блин, уже среднее. Смотрим, чтобы не открыл. Давай, во-первых, поставим датчик движения. Deploying motion tracker. Setting up. И куда нам? Сюда и налево. А у меня даже нету... Motion tracker deployed.
А, нам надо идти сюда, да? Прям на чужого. Мне кажется, уже надо сваливать, да? Уже средняя сложность начинается. Я бы закончил внизу квест и свалил бы вот в главном управлении. Я вообще сюда не собирался идти. Вот этот вот, отыскать контейнер, да? Получается, мы идем налево дважды и сюда. А, вот сюда можем пройти, попасть в арсенал. Тут турелька, кстати. Но турельку мы сейчас взять не сможем, да? То есть, вообще лучше аккуратно проходим. Да, наверное, мы туда зайдем, когда второй заход будем делать. Куда я пришел? Явно не туда, куда надо, да? Что у нас здесь? Ладно, раз уж пришел, да? Датапад вижу. Да, вот этот. Хотя, слушай, наверное, ничего брать не будем, потому что мы, наверное, сваливаем отсюда. И мы на второй заход зайдем сюда. И уже соберемся, и, как говорится, будем укомплектованы как надо. То есть идем сейчас сюда. Надо быстро пробегать. Сюда. Выполним здесь задание. Пока все живы, целы, да? Тихо, не успеваю, да? Успел. А ты чё тут лежишь, блин? Друг. Ты на приколе, что ли? Это единственное место? Сюда, да, могли пройти? И что мне с тобой делать? Куда ты идешь? Надо возвращаться, получается, как? А здесь за это самое заблокировано. Тогда надо его убивать. Quiet. Too quiet. Давай ставим. Уже сейчас этот появится, блин. Как можно? Была бы снайпа, не было бы проблем. Ну как раз вот со снайпером и вернемся, да? Что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать. Секундочку. Нажму паузу. Отлично, пауза есть, да? Но проблема в том, что когда карту я нажимаю, паузы нету, да, все равно. Да, идет сейчас к нам. Ну что, тогда получается... Раз, два. Очень хреновое место. Прям отвратительное. Но ничего не поделаешь. Можно с дробаша его жахнуть. Но я не достаю, да? Давай, отходим. Ну да, давай так тогда, зритель. Здесь открываем. Чтобы турельки начали стрелять, да, по нему? Преториан, да, вот он говорит, что подтянулся. Так, на эту... Невозможно вот с паузы играть, это жесть. Паузой удобно смотреть карты, да, но явно не играть. Слушай, ну давай собираемся по-быстрому. И надо сваливать, да, отсюда, пока претарианец нас не нашел. Давайте, ребят, быстрее. Куда нам надо? Давай здесь вот прожмем, пускай они туда бегут. А мы сюда. Он спалил, да, нас. Он нас спалил. Mine's bigger.
Тут с двух сторон нас могут запалить. Или не спалил. Не, вот. Так, сюда прожимаю. On my way. Check your vitals, squad. Стресс уже у нас зашкаливает. Еще одну турельку ставлю. Думаю насчет. Должны убить, да? Так, по-моему, здесь далеко не все. Что-то там случилось, я не успел прочитать, потому что... а ты откуда? А что это такое? Вот это нежданчик, да, совсем? Не, надо валить, ребят, надо валить. Сейчас отобьем волну, получается. И свалим. Потому что вот эту турельку мы успели поставить. Не работает нифига, да? Что, следующий босс, да? Сейчас отсюда вылезет, я так понимаю. Кто-то стоит прямо перед дверью. Заходи, не стесняйся. Вот так. Надо его забирать, пока он не убежит. Пока не убежал, да? Вот он начинает спаривать. Давай, давай, забирайте, ребята, работаем. Но слишком близко не подходим. Стоять! По жопе! Хорош, забрали. Что у нас по стрессу? Не могу посмотреть. Он убежал? Да ладно. Вы издеваетесь надо мной. Как он свалил? Вон он стоит перед дверью тут. Да ёшки-матрёшки. Все, короче, сваливаем нахрен отсюда. Собираемся, пакуемся и валим. Валим. Отлично. Куда нам сваливать? Прямо налево. Где? Сюда, да? Я не помню, где выход был. Вообще надо вот прожать спасательную вот такую вещь, да? Только как они побегут, вопрос. Заметит он нас или нет? Нам здесь... Не, вроде нормально. Так, и тут вот заход. Как будто бы налево надо спрятаться. Раз, два, три. А все на месте, отлично. Первый побежал, второй бежит. Давай еще одну подрубаем. Здесь засада, да, то есть аккуратно проходим. И сюда вот на лифт уходим. Отлично. У нас уже стресс. Загрустил, тут пропал. Ресурсы не взяли, да? Ресурсы, конечно, мы по дороге захватим. Как мы помним, нам 200 надо. 200 на новые пушки. А пушки мы любим. Так, давай, старый, валим, валим. Как никогда, бежим. Сюда нам надо, да? Вот где-то здесь. Все отлично. По карте смотрю, чтобы никого не появилось. Пока что тихо. Ключи все потратили, это очень плохо. Тут, конечно, есть два, да, но, блин.
Давай напоследок тут оставим. Три штучки. Где наш БРТшка, вот я не помню. Наверное, отсек стыковки. Как бы логично, мне кажется. Так. В смысле? Ага, то есть нам еще надо добежать, да, до него? Давай по-быстрому. Здесь тихо вроде. Куда нам бежать? Прямо. Здесь налево нет, прямо, да? Вот сюда. Ключ, да? Нормально, в принципе, ключи мы соберем, но две штуки как минимум все равно надо будет с собой взять в дорожку. Вроде здесь никого нет. Хорошие новости для нас. Проверяем постоянно. Вот и сглазил on, я, да? Сильный стресс. Я понимаю. Ходим. Аккуратно надо ходить, да, тут? Ну, вроде здесь, да, можем пройти? Да, вон дверь открыта. Тупик здесь закрыто. Он шел сюда и передумал, да? Ты издеваешься надо мной, что ли? Блин, ты посмотри. Чуть-чуть нам добежать осталось до БРТшки. Этот свалил. Теперь этот, да, идет к нам. То есть они нас зажимают. Такое ощущение, что надо выходить. Что у нас? 4 из 5. More signature spotted. Ну да, они окружают. Мне кажется, тоже по скрипту идет. Не, он тут к БРТшке пошел. Нормально вроде. Вот этот уже здесь. То есть заходим аккуратненько. Есть укрытие у нас. Double time! Shh. Here's one. Прям на нас идет. Kill that bastard! Давай. Let's rock! Понеслась. Light him up! We're spotted! Light him up! Bring him down! Отлично, минус. Этого должны забрать. Вот здесь мне не нравится. Tango, straight ahead. Ну, давайте добейте, а, пожалуйста. It's a drone. Неужели дробаш придется использовать? Спасибо. Так, закидываем. Увернись от этого. Move on. О, нормально. Очередная травма, да? Или нет? Focus, fire, and target. Давай уже не жалеем. Все очки команды тратим. Только убейте, прошу вас. Все, и... По педалям, по педалям. Погнали. Давай сюда. Что у нас? Атакующая волна. Слушай, ну на самом деле я бы чуть-чуть пофармил бы опыта, да? То есть я бы ее встретил, наверное. Давай сейчас соберем ресурсы с них и погрузимся в БРТшку. Конечно, сейчас мы хапанем стресса опять. Ну а кому сейчас легко, да? То есть мы опыт получаем за каждого большого ксеноморфа. Но не факт, что он вылезет, конечно. Что, давай перезарядим. И все, да? У нас, кстати, на секундочку, с патронами беда. Что у нас? 71, 71, 70, 60. Ну, на волну хватит. Oh, yeah.
О, полетели, да? Ладно. Опыт идет там, все, волна закончена. Но что-то мы ничего не получили, да, за это? Ладно. Я постарался максимум из этого получить, но, к сожалению, не судьба. Все, эвакуируемся. Что у нас? Два уровня. Уровень, два уровня, да? 150 материалов. Это победа, ребята. 150 материалов. Это очень круто. Валим. Валим. Все, что я могу сказать. 4 из 5 второстепенные цели не выпали. 13 датападов нашли. И опять, да, у нас 75. Эта цифра нас преследует постоянно. Get free депрессию получил. Ранение один день, три дня. Ну, один день это халява, да, это значит нету ранения. А вот три дня неприятно, странненько. Эх, ну ничего страшного. Что у нас тут? 150 материалов. 82 скрыты были. Убили 22 солдата, 9 бегунов, бегунов, да, и 37 дронов. И одного претарианца. 22 солдата, да? Солдаты это уже посерьезнее будут. Hello, Administrator Hayes. Что у нас? Доступных морпехов 2. Ничего, это все вранье. Have a nice day, в первую очередь смотрим по депрессиям, да? Right? Давай, get free, сразу отправляешься. I'll update my schedule. Дальше смотрим по тому, кто ранены. Мангала, блин, 5 дней, охренеть. Лазарь, что у тебя? Хочу посмотреть. Лазарь, броневатник, меня интересует. Okay? Лазарь, броневатник. У тебя, в принципе, терпимо, да? А броневатник... У тебя вообще все чисто, красиво, да? Хорошо, тогда... Тогда в кого мы запихиваем? То есть, давай Ригарда запихнем. Еще две ячейки есть. Можно вытащить из центра подготовки. Но у вас все тут хорошо, да, в принципе? Со стрессом. У нас сколько? 4 медика, да? Что у Лазаря? Я же смотрел уже. Лазаря две штуки. Давай, наверное, все-таки стоит ему сразу восстановить, чтобы потом не было проблем. Лечим тебя и запихиваем сюда. Все, две сняли. Хотелось бы Мангала побыстрее вылечить. Странник три дня. Броневатник, да? Мангал, конечно, еще у него паранойю потом его лечить. Сколько? Три этих, да? То есть или сюда тратим. Странник, странник. Но у нас вроде Ригард, да, уже okay. в себя пришел. То есть, в принципе, странник пусть отдохнет. Броневатник, усталость. Talk to you soon. Do you need to talk, administrator? Get free. Да, get free. У нас сержант есть, в принципе. На следующую миссию. Депрессию мы ему снимем. See you around. Administrator Hayes. Мангал нам понадобится. Наверное, все-таки я мангала прям вкачаю по максимуму, да? Кто у нас идет в следующую миссию? Идет get free, Ригард и Лазарь, да? То есть три человека. И Лиса, четвертый снайпер. В принципе, нормально, да, годится. Тогда Мангал восстанавливается. А то он прям вообще ему тяжело там. Еще от паранойи потом лечиться. Готово. Все. Раскидали, получается, да?
Здесь одно место остается. Теперь по... Получается, мастерской. Тяжелую вот импульсивную винтовку 6 уровня морпех. Сколько у нас таких морпехов? У нас Лазарь. Да? Странник, сколько у тебя? Странника, мне кажется, одно повышение или два. Ты у нас командный дух, твердая воля, мясник, вообще имба, просто мститель, воздаяние, стальная воля, нет, добытчик, блин, 10%, то есть вот мы сейчас 150 принесли, были на 15 бы больше получили, ну такое себе. Ну точно не стальная воля. Как будто бы очков воздаяния, да, в сложных моментах помогает. Ну давай возьмем тебе очков воздаяния. У него тут не очень выбраны скиллы, кстати. Но в принципе 3 хватит. Блин. Не, давай добытчик, у нас прям проблема по ресурсам все время. Да, у него 2 уровня, но это пулеметчик, то есть ему-то совсем другое надо. О, вот это круто. 2 уровня мясник, 25%, пулеметчику это вообще имба. Ему бы вот еще не пруху убрать, вообще бы цены не было. И здесь вот этот бы скилл взять, да? То есть он 6 уровня, да, но проблема в том, что у него пулемет будет. То есть тоже такое себе, может быть, рановато сейчас. Тут у нас усталость, обойма, ну вот это не очень, конечно. Искупление есть, да? Но опять же, у него минус 1 очко здоровья, но это вообще фигня. Взлом у нас есть, товарищ. Но тут другого ничего, в принципе, не взять. Тоже 2 уровня, да, получил. Берем мясник сразу же, не думая. Криты прям меня порадовали в этой миссии. Почетные ленты повышают храбрость на 5, да? Круто. Но нам надо оружие. Без оружия уже очень тяжело. И новичок у нас получил уровень. Я надеюсь на снайпера. Да, разведчик есть. Берем тебя. Кстати, это кто хочет стать разведчиком, пишите, у него уже скорость есть неплохо. Искупление, ой, блин, замечательно, вообще идеально. Он еще и 2 уровня получил. Командный дух, да, идеально. Идеально, и у нас остался Лазер, да? 8 уровня уже. Браво, Зулу. Что мы тебе берем? У тебя что? Живучесть так себе. Твердая воля круто. Точность неплохо. Искупление отлично. Командный дух отлично. Смелость тоже хорошо. Но хотелось бы мясника взять. И мясник есть. Отлично. Вообще имба. Сергей Лазарь Панов разрывает просто в каждом бою. 8 уровень, да? Тебе бы что-то улучшить. Боевого дрона бы вот взять. Но, к сожалению, я сейчас прикину, что мы будем брать. Them, ой, смартган, да, как будто бы. Как будто бы все-таки пулеметчику надо взять сейчас смартган. Что мы можем еще взять? Револьвер, пистолет, пулемет. Мы еще ни разу, у нас не закончились патроны, да, обоймы. Поэтому точно нет. Мина, я не уверен. Что такое РПГ? 8120, да? То есть чем он от мины? То есть не от мины, мы сейчас стреляем тоже. А, мы с гранатомета вроде стреляем. Но опять, цена 200. Это явно не то, что я хочу. Потому что у нас тут, во-первых, есть импульсная винтовка, да? А во-вторых, смартган для пулеметчика. Сотка.
235. В принципе, наверное, я сейчас возьму смарт-ган. Да, и я надеюсь, что 65 мы где-то наскребем на следующую миссию. Поэтому беру смарт-ган. И, к сожалению, не могу скиллы прокачать нашим ребятам. Все. Все сделал, правильно? Медблок. Врачей нету. Ребята тут восстанавливаются. Getfree сейчас в себя придет. Ну? Что? Начинаем новый день? Начинается. О, новичок получит истощение. Меня это устраивает. Страдает нервным расстройством. Получит случайную травму. Ну, такое себе, да? Пускай отдыхает. Отправляется истощение, годится. Новый день, новые возможности. А мы на сегодня заканчиваем. Собираемся с мыслями, да, и уже пойдем в атаку завтра. Так что не забывайте подписаться, прожать лайкос. И все. До скорых встреч.